Возможно, что ты представитель Минюста. Возможно, что даже заслуженный мент. Но муза моя при наличии бюста имеет еще и не один аргумент. И стройные ноги, и нежные плечи, глаза, как у лани, ушак золотой. Со мной ведет она долгие речи и выглядит даже немного святой. Приходит она постоянно ночами, рукой моей водит и спать не дает. Пиши, говорит, и сверкает очами, и звуками флейты своей достает, и водит моей непослушной рукою, и на ухо шепчет немыслимый бред. И так вот пишу я строку за строкою, а муза моя восклицает поэт.